Здравствуйте, меня зовут Шубина Екатерина, мне 32 года, и сегодня я делаю операцию по восстановлению зрения, лазерная коррекция зрения методом Relax Smile. Мой доктор Майчук Наталья Владимировна. Зрение мое стало падать, портиться примерно 8-9 лет. Начала носить очки, затем в старшей школе перешла на контактные линзы, носила их достаточно долго. И не всегда правильно, то есть более 12 часов, не соблюдала немножко срок в ношении. Из-за этого возникла очень сильная сухость глаз и непереносимость линз, возникли головные боли. И я решила, что нужно задуматься о лазерной коррекции зрения. Но как выбрать клинику, это очень было сложно, не знала, куда обратиться, как выбрать врача. И вот однажды мы ехали с мужем по родным Химкам и увидели, что строится центр офтальмологии и микрохирургии глаза, клиника Юрмед. Это был такой первый звоночек, вот, что может быть здесь, но тогда еще не было никакой информации, что за клиника. Прошло некоторое время, я начала более подробно изучать информацию, читать отзывы и увидела, что здесь, оказывается, работает самый лучший врач лазерной коррекции зрения. Это Майчук Наталья Владимировна. Я была удивлена, насколько искренние душевные отзывы были об этом докторе. И уже была мечта сделать операцию именно здесь, именно в этой клинике, в родных Химках, 5 минут ходьбы от дома, еще и замечательный врач. И не так давно муж сделал мне подарок. Подарил, оплатил эту лазерную коррекцию зрения, и вот сегодня я здесь, и сегодня моя мечта наконец-то сбудется. Пациентка у нас будет с реализацией ее мечты. Она загадала себе желание сделать лазерную коррекцию зрения, написала нам об этом, и мы пригласили ее на операцию. Выбрали для нее самую современную операцию по технологии Relax Smile. Но это было не сделано не просто так, а потому что у нее есть определенные проблемы в виде синдрома сухого глаза, не очень толстой роговицы и желание как можно быстрее реабилитироваться. Под эти требования подходит самая современная технология Relax Smile. Сейчас мы будем реализовывать мечту человека. Отлично, Екатерина Владимировна, заходите, здрасте. Аккуратно, здесь ступенечка, нужно будет аккуратненько подняться, присесть. И вам Катя сейчас поможет, нужно будет угнездиться головой в ямочке в подушечке. Поэтому аккуратненько на спиночку. Угу. Чуть-чуть, прям совсем, немножко повыше. Оп, ага. Укладываемся. Все, супер. Отлично, с первого раза попали. Итак, закрываем глазки, лежим с закрытыми глазками. Сейчас я вас буду умывать. Глазки держим закрытыми, не открываем, но и не жмурим. Бьется водичка. Просто-просто растворчик антисептический. Умывает личико, убирает все, что у нас там осталось. От косметики, от кремчиков, от всего. Теперь, зайка, моя самая ответственная задание. Нужно будет открыть глазки и немножко поморгать. Вот. Моргаем, моргаем, моргаем. Моргаем, моргаем, моргаем. Умничка. И закрываем глазки. Супер. Задачи справились на ура. Она оставляет нам открытым наш правый глазик, с которого мы начнем сейчас. И скажите, пожалуйста, дышится или так? Не нормально. Очень. Нормально. Хорошо. Если вдруг салфетка будет опускаться, вам будет мешать, вы мне скажете. Я ее поправлю. Итак, мои хорошие, наша с вами операция начинается с обезболивания. Первую обезболивающую капельку, которую я сейчас закапаю, мы открываем глазки, смотрим прямо, молодец, и закрываем глазки. Капельки могут немножко пощипаться, могут не щипаться, в зависимости от того, насколько вы боитесь. Щиплется или не щиплется? Пока чуть-чуть совсем. Ну, значит, все-таки не так страшно. Отлично. И открываем глазки, вниз на ножки смотрим. Широко, да? Ну, вниз на ножки. Угу. И пряменько перед собой. Хорошо. Широко открываем оба глазика. Я поставлю распорочку, она будет фиксировать ваши веки в открытом состоянии. И открываем глазки. Итак, мои хорошие, мы сейчас подъезжаем с вами к лазеру. И вы увидите зеленый огонечек. Видно его? Отлично. Теперь мы смотрим ровно в его серединочку. И ни в коем случае не двигаем глазками. Я сейчас буду прицеливаться, фиксироваться вакуумной присосочкой лазера к вашему глазу. Угу. Отлично. И теперь ни в коем случае не двигаем глазками, ручками, ножками в течение 23 секундочек. Работает лазер. Замерли,
не двигаем глазками. Огонечек сейчас будет пропадать. Вот, отлично. Старайтесь в серединочку смотреть и не двигать сильно глазками. Я лишнюю водичку убираю, немножко вас щекочу. Отлично. И теперь ни в коем случае не двигаем глазками, ручками, ножками. Работает лазер. 23 секундочки. Замерли, не разговариваем. Огонечек сейчас будет пропадать. И оставшиеся 10 секундочек мы смотрим в ту же самую точечку, не двигая глазками. Это очень важно. Осталось 7 секундочек. Осталось 5 секундочек, не двигаемся. 3 секундочки. И заканчиваем. Отлично. Умничка. Ну что, живая? Спасибо большое. Пожалуйста. Итак, мы хорошо. Сейчас мы промоем глазки антибактериальными капельками. И 2 минуточки нужно будет просто послушать меня внимательно. Сегодня спать на спинке, ручками глазки не трогать, не умываться сегодня-завтра. Отпустим из операционной, пригласим в специальную комнату, дадим таблеточку, закапаем капельки с рекомендациями, отпустим домой. Завтра будем ждать вас на осмотр с 9 до 10 утра. Живая? Живая? Да. Закрываем глазки. Сейчас пока ручки не поднимаем, сейчас мы поедем в нейтральную позицию и поможем вам встать. Вчера прошла лазерная коррекция зрения методом Relax Smile. Мой доктор Майчук Наталья Владимировна. Операция прошла очень чудесно, замечательно, классно, быстро, безболезненно. Больше было переживаний, чем по времени прошла вот эта операция. Очень бережное такое отношение было, уютно, комфортно. Только пришла, уже перевели в другую отдыхательную комнату, где замечательные условия, там и чай, и конфетки. Больно не было. Дискомфорт был уже, наверное, после операции, ну, буквально часа два, наверное. Небольшое жжение и слезы немного текли. Вот. Но это настолько все терпимо, что даже никаких вопросов не возникает. Вот. А сегодня утром я уже проснулась. Ну, можно сказать, я уже сразу видела. Я уже вышла из операционной, я уже видела. Видела часы, видела таблички, видела людей. Это ощущение, что ты вроде еще там, может быть, ты в линзах, может быть, ты в очках, как ты это сам, без всех приборов все это ты видишь. Это космические ощущения. И сегодня тоже проснулась, и я все вижу. Это чудо. В наше время это какое-то чудо. Вчера я еще ничего не видела, а сегодня случилось чудо, за что я очень благодарна всей команде и Наталье Владимировне за ее чуткость, за профессионализм, за труд. По результатам диагностики сейчас один глаз видит единицу, а второй 0,9, ближе к единице. Из-за отека, который со временем уйдет, и с каждым днем, как мне объяснил доктор, зрение будет все лучше, лучше, лучше. Вот. И в дальнейшем, через месяц, когда я приду, еще раз посмотрим, и зрение должно быть даже еще лучше, чем есть на самом деле. Но уже шикарно, уже просто шикарно. Я побегу на тренировку по бадминтону. Я уже жду, не дождусь, когда это можно будет сделать. И благодаря вот этому методу операции уже можно через неделю заниматься, и это класс. Отзывы не врут, вот действительно как есть. Вот не больно, не страшно. Волнительно, да, но волнительно всегда в новой ситуации. Но это того стоит однозначно, видеть своими глазами и ощущать себя полноценным человеком. Спокойно с улицы заходить в помещение, у тебя не потеют эти очки, когда ты просто, не знаю, глупо выглядишь, ничего не видишь. Вот, ну, это того стоит обязательно.